Ребята, всем привет и доброго времени. Имеются у меня салонные ручки открывания дверей на B3 Passat. Вот, две ручечки есть на правую сторону автомобиля. Перед, зад не имеет разницы, имеет разницу только сторона. Сторона передняя, сторона правая, сторона левая. Сторона передняя, вот это ляпнул. В общем, смотрите. Раз ручечка целенькая открывается, закрывается. Вот. Раз, два, ну, такое мелочные все крепежи. Вот. Здесь все присутствует, здесь все есть. Нижний этот как его, крепежок стоит, болтается. Он, по-моему, треснутый. Но он крепится, ничего страшного. Ручка у нас в зацепление заходит таким образом, что у нее, вот видите, прорези, она становится и не дает ей уходить назад. А вперед ей просто не даст уже уходить вот эта вот вся обшивка. Ну и плюс можно сюда что-то подложить, и будет все прекрасно держаться. Цены этих ручек вы увидите в описании. Это вот одна ручка и вот вторая ручка. У второй ручки состояние чуть похуже, треснутый корпус. Я его подклею, так что не переживайте. Будет он вот так вот выглядеть. Вот. А так, с ней здесь что у нас? Вот они все крепления целенькие. Здесь, кстати, целенькая вот эта вот, не лопнувшая, не треснутая. Вот. Вот так она просто разбирается. Здесь все цело, тут все цело. И тут тоже все цело. Вот. Все прекрасно. Так, каталажный номер. Вот у них одинаковые каталажные номера у этих ручек. Вот, смотрите. 357 837 200 36. Вот так вот. Если кому-то они нужны, то пишите, спрашивайте, интересуйтесь. Цена в описании видео. Также в описании видео контактная информация, чтобы со мной списаться, договориться о ихнем приобретении. И если что, пишите, спрашивайте, договоримся. Ну что, на этом мне о них больше сказать нечего. Так что всем добра, всем пока, всем удачи, до свидания. Смотрите и читайте описание. Там много полезной информации под моими видео.